Дни культуры стартовали на ВДНХ. До конца рабочей недели гостей выставки «Форума Россия» познакомят с культурными достижениями всех регионов страны, в том числе и нашей республики. Во вторник специалисты Национальной библиотеки имени Сергея Чевайна представили на стенде «Мариэл» тематическую программу «Классики марийской литературы», цель которой – познакомить посетителей выставки с нашими писателями и поэтами. Гостям стенда предложили поучаствовать в литературной викторине, мастер-классах по изготовлению оберегов и книжных закладок. Желающие смогли даже выучить базовые фразы на марийском языке. Наша задача – познакомить посетителей выставки с нашими известными писателями, поэтами, вообще познакомить с марийской литературой, ее героями, мифами и сказками. Мы сделали такую подборку стихотворений Чавайна Ота на разных языках, на 45 языках, приготовили на специальных бланках, и представители разных народов могут прочитать это стихотворение на своем родном языке. И вот это вот такая часть нашей программы, конечно, посвящена 135-летию со дня рождения Сергея Григорьевича. Удалось нам сделать амулеты. Было очень интересно, увлекательно. Прочувствовали культуру данной республики. И с удовольствием отвезем наши обереги домой, в семью. Познакомим их с культурой вашей республики. И думаю, что обязательно посетим ее с нашими родителями. Нам очень понравился ваш колорит. Есть где посидеть. Очень интересные интеллектуальные вопросы задали нам. Нам очень многое узнали про вашу область, республику. Да. Так что хотим посетить ваши места. Очень красиво. Также в эти дни Национальный музей имени Тимофея Евсеева представит на выставке «Культурный дневник школьника». Интерактивные программы, представленные на Марийском стенде, позволят гостям форума «Россия» узнать больше о Мариэл, наших традициях и культуре, отмечает заместитель председателя правительства республики, министр культуры, печати и по делам национальности Мариэл Константин Иванов.